Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой. Христос воскресе!» Сегодня... Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Шкиль, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, города Голая Пристань, Херсонской епархии, Украинской православной церкви. Батюшек, здравствуйте! Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе! Вы сегодня у нас впервые, да, скажем так, дебют. Ну, расскажите, ну, так совсем коротко о себе, откуда вы к нам приехали, как вообще обстоят дела, что за ситуация сейчас такая, что вот и в регион такой у вас интересный. Ну, просто расскажите немножко о себе. Ну, я приехал, даже не знаю, как это вам сказать, я клирик Херсонской епархии, но мы попали в 15-километровую зону обстрелов, которая слева, на левом берегу. И, Днепра. Да, на левом берегу Днепра, и нас эвакуировали вот в данный момент. Я сейчас нахожусь в Ставрополе, из Ставрополя я приехал сюда, в Москву. Здесь, как преподаватель университета, у меня был семинар, плюс 180 лет Ставропольской епархии праздновали здесь, в Москве. Тоже праздновали там и праздновали здесь. Я очень благодарен владыке нашему за то, что так организовал это все. Было очень интересно и очень, так сказать, содержательно. Ну и вот после записи буду возвращаться назад в Ставрополь пока, но намерен все-таки, как только освободят Херсон, возвратиться назад в свою Голую Пристань и храм восстанавливать, потому что были прилеты, очень плотно легли возле храма, повылетали все окна, стекла, но пока храм еще стоит, слава Богу. Будем восстанавливать. Мы живем, боремся, как и с внешними какими-то врагами, так и со своими внутренними. Да, да? Вопросы будут у нас более такие жизненные, несмотря на все. Вот сейчас у нас, по сути, начинается неделя о слепом. Правильно, да, батюшка? Ну, воскресенье, да, да. Воскресенье, сегодня, да. Неделя. Вот коротко расскажите, о чем это, что важного мы должны так почерпнуть в этом сегодняшнем дне, вот применительно к нашей сегодняшней ситуации. Вы знаете, это евангельское чтение, оно очень такое объемное, и здесь можно говорить, не хватит времени на всю передачу. Вот, я хотел бы, так сказать, отметить такие некоторые детали. Ну, во-первых, если вы помните, да, Христос исцелил слепорожденного не просто, он же мог сказать ему, да, что вот как там расслабленному, встань и иди, да, мог сказать, ну, а теперь смотри. Да, а он сделал, плюнул на землю, сделал брение и помазал ему глаза, и после этого, после того, как он сходил там на купель, он омылся, значит, он прозрел, да. И это является вот ответом на вопросы, когда нас спрашивают, а почему вы маслом помазываете, а почему вы там окропляете священной водой, да, то есть это как бы есть, понятно, что не вода святая, да, дает там какое-то исцеление или облегчение, когда пьет ее больной, не масло дает нам благодать, да, а все это исходит от Господа. Так же, как не само брение исцелило, да, все-таки это Господь исцелил этого слепорожденного. Потому некоторые наши, так сказать, детали богослужения, которые, вот они являются не, вот тем самым брением, которым мы, так сказать, людям даем, люди же, они же живут органами чувств в большинстве своем, да? Что надо показать, надо, почувствовать. Да, да, надо показать, да, почувствовать. Вот оно. Вот это брение, которое мы даем, которое вот Спаситель исцелил слепорожденного. Здесь можно говорить также в это воскресенье много о вот стойкости слепорожденного, да, в отличие от расслабленного, который не знал, кто его исцелил в субботу, а потом побежал, узнал и бегом донес этим самым, то слепорожденный стоял до конца и говорил, что этот человек от Бога. Несмотря на то, что ему угрожало, там и родители даже чуть ли не отказались от него, сказали, да вот мы его знаем, это наш сын, он был слеп от рождения, а все остальное спрашивать у него, мы ничего не знаем. Да? Вот. А он стоял до конца и говорил, что даже несмотря на угрозу отлучения от
скажем, синагоги. Да, синагоги, да. Он, тем не менее, стоял до конца и говорил, что это человек от Бога, не мог дать исцеление не от Бога. Вот. Ну, вот две такие существенные, потому что я уже там можно очень много о чем говорить, вот две такие существенные детали, которые, понимаете, когда я сам читаю Евангелие, часто спрашивают, почему вы Евангелие читаете каждый раз одни и те же, да, вот, например. Да, чтения повторяются. Повторяются. По праздникам, почему? Воскресным днем, да. Я сам уже 20 лет служу, в этом году 20 лет, и каждый раз... Вот я читаю Евангелие, даже вот готовлюсь к проповеди, да, а когда читаю Евангелие уже там, ну, когда без диакона служу, читаю сам Евангелие, вдруг мне раз, я же этого не замечал, это же здесь есть, в этом тексте, вот эта деталь, да, и у меня проповедь уже, бывает, идет совсем по-другому, я забыл о том, о чем я готовился, да, я уже иду вот от этого отталкиваюсь, что-то, то есть каждый раз, несмотря на это, то есть это такая кладезь мудрости наше священописание, что перечитывая постоянную опасность, постоянно что-то находишь для себя новое. Ну, это, кстати, об актуальности Священного Писания. Да. Когда, чем, ну, мои проповеди, так сказать, без лишнего тщеславия, многим нравятся. И нравится, очевидно, тем, что я часто современность вплетаю в Священное Писание, потому что оно реально актуально сегодня. Все, что там написано, оно происходит и сейчас. Мы об этом неоднократно говорим в наших эфирах и вообще... В любом, даже в обществе об этом говорится, о важности обряда. Вот мы же, у нас есть таинство, у нас есть разные такие видимые, скажем, священнодействия, богослужения, там, на каждый случай жизни, скажем, да. То вот вопрос. Многие считают, что мы немножко перебарщиваем с обрядами. Вот так кто-то высказывает мнение, что там службы долгие, что-то там все вычитывается, ничего не понятно. Почему же обряд важен? Вот вы сейчас рассказали, да, что как Христос сделал брение, да, то есть и таким образом как бы, ну, было какое-то совершенно действие, тоже обрядовость какая-то. Насколько важно сейчас вот именно соблюдать и чтить эти обряды? Или что-то можно, скажем так, опускать и к этому относиться легкомысленно? Потому что есть некоторые люди, совершенно убежден в этом, что зачем это надо? Бог, Он везде. Бог, Он дышит везде, где хочет. Зачем нужно вот это? Что мы ответим? Зачем это нужно? Скажем так, вот то, что сейчас говорят, там, длинные службы, да, их не сравнять с теми службами, которые были в первые века христианства, которые длились практически почти чуть ли не целые сутки, да? Угу. Вот. То, что у нас осталось, это еще... понимаете, вот... присутствие на службе, и вот я еще помню себя до священства, да, священнику намного проще на богослужение тем, что я слежу за службой, я знаю, что, зачем. Ну, когда человек стоит на службе, особенно когда он еще немножко отвлекается, да, вот, а это большинство у нас, которые молятся, тех, которых молятся на службе, их очень мало. Это дает ощущение какого-то невероятного полета, особенно когда вот служба уже закончилась, ты выходишь таким легким, ну, казалось бы, на крыльях уже домой летишь, потому что вот, я не знаю, как это выразить словами, да, но я приведу просто аналогию с католиками. Католики сократили как только можно. Убрали, там, всех рассадили, все там чуть ли не это самое. Что происходит сейчас с католиками в Западной Европе? Они сейчас продают свои монастыри за копейки. Случай один был такой мне известный, о том, как один продавал аббатство, но он очень хотел продать православным. И продал, в конце концов, православным это здание аббатства. Потому что, когда его спросили, почему именно православным, потому что он боялся, что там сделают какой-то ночной клуб или ресторан, а что вот православные будут молиться. Что осквернят. Да, православные будут там молиться. Мощи продают сейчас. Поэтому, ну, к чему это привело? То есть... К разрушению традиционных ценностей, скажем так. Нужно не опускаться церкви к туда, то есть планку задали, работаем. Да, работаем по ней, да. Для того, чтобы причаститься, нужно немножко потрудиться. Я уже говорил об этом раньше и все время говорю, что таинство нужно немножко заработать, чуть-чуть их заслужить, да, каким-то образом. Потому что это таинство, это...
таинство, в котором участвует не только священник и человек, да, в котором участвует сам и Господь, незримо присутствует. Угу. И посему нужно вот все это сохранить. И именно сохранение вот все так, как оно есть. На сохранение на этом церковь стоит уже тысячелетия. На том, что она стоит на защите канонов, на защите вот богослужения и так далее. Вот это все является вот этим нашим скрепляющим нас всех христиан православных вот в храмах. Потому что вот эти все а-ля-ля улюлю протестантов, извините, не хотел никого обидеть, да, не хочу никого, или вот сокращение до невозможности, это превращает все в какую-то, ну, это идет омерщвление этого сакрального церковной жизни, скажем так. Угу. А таинства, они кому важнее, человеку или Богу? Вот, так, грубо говоря. Кому они вот прям необходимы? Ну, человеку, конечно. Конечно, человек должен... То есть, Богу-то, в принципе, можно же сказать, что Богу все равно? Нет, я бы не сказал бы. Ну, как вот я отец, у меня четверо детей, как мне будет все равно, что с ними происходит? Я буду пытаться их... из тех отцов, которые дал своим сыновьям свободную волю, как и Господь, да? Uh-huh. Я не являлся деспотом, тираном, который это самое, но вот они по жизни двигаются как бы своим путем, который выбрали они только сами и не я, но я все время интересуюсь, что с ними происходит, и пытаюсь, если вижу, что они куда-то как-то пытаюсь их направить. Вот, ну, отсюда и таинство, грубо говоря. Да, такое. Отсюда и таинство, которые нам дают возможность, так сказать, возвращаться в ту точку, скажем так, точку первого таинства крещения. Да, вот, угу. Возвращаться постоянно туда и туда. Вот, ну, вот, но, по сути, понимаю. Церковь предлагает инструмент, скажем так, да, что вот сейчас нужно повенчаться, пожалуйста, вот, есть... расписаны чины последования. То есть мы, по сути, можно ли так сказать, решили кучу проблем. А то как вот венчаться, а как сказать это, а как помолиться об этом? То есть, по сути, мы помогаем людям, получается. Церковь, святые отцы, святые, которые писали молитву, они, по сути, решали эту задачу. Получается так? Да. Тем более, что вот я не знаю, допустим, то же самое таинство венчания, что там выбрасывать, что там, там все важно. Там, я, кстати, очень много венчаний был, присутствовал, пел даже, да, но когда меня венчали, впервые послушал молитву. Да-да, там такие молитвы великие. Очень стало трепетно, скажем так. Как их выбрасывать? То есть, так же самое с литургией. Ну, что выбрасывать с литургией? Ну, как так? То есть, нет, я, например, противник того, я консерватор в этом отношении, все должно остаться так, как было написано не нами, а, скажем так, в большинстве своем, если не святыми отцами, то людьми, которые вели правильный образ жизни. Правильный образ жизни, скажем так. Ну, да. Такой вопрос, батюшка. Православные христиане и римо-католические христиане часто отмечают Пасху в разные дни, так как католики не соблюдают один из пунктов Никейского собора в христианской церкви 4 века. А благодатный огонь сходит только на православную Пасху, на католическую нет. Вопрос, как к этому относятся западные христиане? Это вопрос телезрителя. На Никейском соборе, напомним, кажется, было установлено празднование Пасхи. Да. Договорились, что как празднуем, чтобы одновременно было. Да. Они это не соблюдают. Не соблюдают. Да. Я бы даже добавил, не только благодатный огонь сходит, а и вода возмущается, реки Иордана текут вспять на крещение, когда мы по православному чину его... Православный Иерусалимский патриарх там на Иордане находится, да, освящает воды. Вот. Посему, как, ну, я читал и общался с ними. Ну, они пытаются, знаете, это все... умолить или же сказать, ну, допустим, вот эти рассказы постоянно о том, что да, там у патриарха, там все уже, лампада горит, его ждет, он просто, это все обман, это все ничего подобного. Ну, вы же понимаете, что я всегда говорю, ну, сейчас ведь даже, простите меня, в туалет сходить нельзя, на улице где-то там, если, чтобы тебя не сняли на видео, да? Ну, снимите, вот сейчас заходит, перед тем, как патриарх зайдет, там же проверяют полицейские иудеи, да, это ж не, а им бы как раз бы и взять и опровергнуть, разоблачить и так далее. Вот, земля
Ну ладно, то, что там мусульманин хозяин на земле, да, тут можно еще понять, ну, ему что, тоже деньги капают, может, он чисто, так сказать, чтобы не разоблачать, то он уже, так сказать, терпит, чтобы семью свою содержать, да. Но именно иудеи, это очень жесткие в этом, и они бы, конечно, разоблачили, как полицейские. Угу. То есть засняли бы каким-то образом, чтобы это уже давно бы проникло бы в массы. Однако же, пока только это все разговоры. То там армянский диакон рассказывал, то там католический прилад рассказывал о том, что там вот все приготовлено, или зажигалка в кармане лежит у Иерусалимского патриарха, что угодно. Но люди свидетельствуют, что огонь необычного свойства. Да, что ты да, можешь, первое... что можно возразить, то, что он не обжигает. Я не был, к сожалению. Но вот... Я тоже еще не был там, потому что Пасху все время служил. Люди свидетельствуют об этом. Да, свидетельствуют, что даже, извините меня, не то, что не обжигают, бороду не поджигают. Да? Люди там часто с бородами, uh-huh. они проводят, и она не загорается от этого огня. Вот. Однако же, ну, то есть это западные, не только западные, я знаю, что и армяне, и... Ну, иудеи, что-то я не слышал, чтобы они что-то вообще на эту тему рассуждали. Для mm-hmm. них это просто, это все. Вот, они пытаются эту тему обходить вообще. А вот те, которые имеют там свои храмы вокруг, да, они пытаются вот таким вот образом умолить или же вообще пытаться разоблачать, при том без никаких доказательств. Просто одна бабка сказала, что там у него зажигалка лежит в кармане, и все. Вот. Ну, наше дело-то какое? Мы-то знаем от людей, которые там непосредственно бывали, да, мы знаем. Мы очень многие рассказывают о том, что да, иудеи рассказывают, что Христа не, Христос не этот сам не Бог. Не Бог, да. И нам даже это, свидетели Иеговы рассказывают, что он просто человек, сын, да, и все. Но мы-то живем верой, и мы верим и знаем то, что Бог есть, и верим в то, что благодатный огонь сходит именно на Пасху, при том в разные числа, не в один день, да. Да, потому да. что праздник... А вот Иордан возвращается вспять в один день. Ну, то есть вы видите, как это происходит? То есть в наши праздники, значит, это не просто так. Это, как говорится, в одном мультике, это жу-жу-жу неспроста. Да. Поэтому, ну, здесь мы не будем их осуждать или упрекать, и, наверное, ни в коем случае надо превозноситься в этом отношении, что вот мы-то вот, у нас-то вот, а у вас да, не но, очень правильно. Но часто это звучит как довод о правильности нашей веры ну, в спорах. То какого-то. Есть делайте его вот сами, как говорится. Да. Объяснить, почему человек утром молится, просит Бога простить, а отойдя от иконы, начинает грубить, кричать на близких. Ну, это вот про нас. Мы такие святые, а в быту... Знаете, ну, во-первых, скажем так, это все по нашим немощам, да? То, что мы молимся утром, это не означает, что мы же стали святыми. Хотелось то есть, бы. Да. Во-вторых, и это, наверное, самая главная причина, вот я... противник слова «молитва». Я бы заменил бы давно в нашем лексиконе слово «молитва» на слово «разговор с Богом». Ну, да. Вот если бы мы утром не синонимы. Молились, а разговаривали с Богом, то есть, не, понятно, что это переводится так, но народ, вот сама суть молитвы – это разговор с Богом. Смысл, скажем так. Да, смысл. Да и содержание, и смысл, все. То есть вот это разговор с Богом. Uh-huh. Мы просто ему рассказываем посредством молитвы, которую написали святые отцы, плюс добавляем что-то от себя. И вот если бы мы понимали, что мы утром поговорили с Богом, возможно, это нас в течение дня остановило бы от многих поступков, которые, так сказать, неприглядные. А зачастую молитва у нас превратилась в что? Пойду я почитаю молитвы. Ну, надо. Ну, да. А у некоторых это привычка, кстати. Да. Не самая худшая, кстати. Она-то не самая худшая. Знаете, еще когда, если читается молитва вслух, читается, да, потому что, ну, слово, порядок слов, он тоже имеет какую-то свою, так сказать, силу. Не зря же вот представители черных сил, там, колдуны, все у них тоже заклинания все идут одни и те же. Они каждый раз не придумывают себя, но все у них, потому что слово имеет тоже свою силу. Если слово прозвучало, когда читается молитва вслух, она уже пошла, она уже есть. Она уже существует, да, вот, но все-таки лучше, когда мы осознанно их произносим, а не просто читаем. Да.
Скажите, пожалуйста, с чего начать, чтобы научиться прощать себя и не укорять за ошибки? Ну, по сути, не заниматься самоедством в некоторых местах. Бывает, знаете, нагрешишь, осознаешь, слава богу, а потом мучаешь себя, мучаешь. Вот как быть правильным вот в этой ситуации? Ну, в этой ситуации нужно, наверное, все же больше нужно научиться любить себя. Потому что любить себя тоже нужно. Нельзя себя... Вот я противник того, что... даже не сколько себя любить, да. Я противник того, что у нас всегда... Вот я такая, я все червь, я все... Я там... это для того, чтобы это говорить, нужно достигнуть вот тех высот, которые достигли в свое время святые отцы, которые это видели реально. Uh-huh. А когда мы это делаем так вот на публику... даже, может, и не на публику, и для себя. Любить не сколько себя нужно, да, а любить в себе образ и подобие Божие. Они же-то есть все равно. Ну, не такие же мы уже все полностью пропащие. В каждом есть человек и что-то хорошее. Я когда, бывает, встречаюсь с людьми, разные в жизни бывают люди, да, пытаюсь всегда найти в человеке что-то хорошее, что-то в нем должно быть хорошее. Может, от моего первого образования, я в театральном учился, нас там тогда учили, что актер тоже, когда ищет себе роль, да, вот прочитал там, он должен не просто вот сыграть негодяя, он должен найти в нем, что в нем хорошего было. Вот. Чтобы его зритель хоть что-то полюбил. Чтобы он был живой. Персонаж, чтобы это состоялся. Было не просто, когда, чтобы он был живой, этот человек. Не то, что полюбил, а чтобы его понимали, что это вот человек реально, да. Так же ж и мы должны, когда видеть человека, который неприятен, да, то что в нем что-то есть хорошее. И сами в себе мы должны понимать, что у нас есть плохое вот это, вот это, вот это, вот это. Но что-то есть же у нас и хорошее. И вот это хорошее в себе полюбить. Вот. И тогда уже, я думаю, так сказать, произойдет небольшой баланс в душе. Да? То человек будет понимать, то есть не будет постоянно заниматься самоедством, да, а будет понимать. Вот это, то есть самоедство, оно даже мешает немножко. Ну да. Да. Оно мешает тебе расти духовно. Ты просто, а когда ты осознаешь, вот это у меня плохо, вот это у меня хорошо, вот с этим боремся, значит, вот это, и начинаешь возрастать потихонечку. Вот таким вот образом. Ну, а других не укорять, это само собой не положено, хотя бы потому, что там Господь об этом говорил. Да? Я всегда говорю прихожанам на проповеди и так, в частных беседах, о том, что если вы хотите в Царствие Божие без страшного суда, минуя страшный суд, попасть, то вспомните, что говорил Господь. Не судите, да не судимы будете. Я это понимаю так, что если человек, это практически единицы, никогда в жизни никого не осуждал, то и он страшный суд, очевидно, пройдет как бы так вот. Как, попроще, да, потому что ну, это сам Господь нам сказал. Не судите, да не судимы будете. Что он подразумевал под не судимы будете? С другими кем-то? Да в нет. В том числе, мне кажется. Ну, в том числе, возможно, чисто да. Чисто по-житейски. Да, но он сказал от своего имени, да, то есть как бы я вас судить не буду. И мы знаем, что такими людьми земля не полнится, к сожалению, которые не судят. В основном все равно что-то, кто-то, кого-то. Мы часто прикрываемся такой фразой, что мы осуждаем грех, а не человека. Это очень удобно. Да. С другой стороны, это было бы хорошо, если бы мы так осудили грех, а не человека. Это на самом деле очень большая добродетель, потому что человек образ подобия Божия, его надо любить, и даже если его какие-то проступки очень нехорошие или по отношению вообще ко всему, там, да, то мы осуждаем все-таки грех. А вот грех предательства. Вот предательство Родины, например, или еще что-то. Вот. Здесь почему-то мы осуждаем человека, который совершил это предательство. Вы знаете, грех предательства Родины... Ну или вообще просто предательство. Родина, ведь это же у нас у каждого свое понимание Родины, да? Вот даже здесь, если взять там сейчас у нас в Украине, да, вот там
вы предаете Родину, нет, вы предаете Родину. Нет, у этого человека просто понятие Родины вот такое, а у меня понятие Родины совсем другое. Я свою Родину не предал, допустим, я не собираюсь предавать, я буду стоять до конца за свою Родину. Угу. Ту, которая у меня в голове, да, которая там вот почитали ветеранов, праздновали 9 мая и так далее. Это моя Родина, я родился в Советском Союзе, родился в Украинской Социалистической Советской Республике, да. Угу. И вот... Вот тот комплекс всего того, что формировало меня как человека, как гражданина, да, вот это моя родина, и я это не предаю. Вот. А вот молодые ребята, там, мои племянники, да, они, допустим, у них родина, они родились в Украине и вот росли уже под этим, у них своя родина. И так разобраться, да, вот когда мы начинаем бросаться этими ярлыками, ты предал родину. Предать можно, не то, что можно, да, то есть... Отчий дом, что-нибудь такое. Ну, отчий дом, в основном, если брать вообще узкого родина, родина – это место, где ты родился. Его очень трудно предать. Ну, как ты его предашь? Ну, разве что туда нажмешь кнопку красную, туда упадет атомная бомба, да? А так что, ну, выехал ты оттуда, но ты же всегда помнишь, ты стараешься, когда у тебя выпала какая-то возможность приехать туда, да, посетить, встретиться с одноклассниками, все. То есть трудно предать свою малую родину. А вот предать можно семью, предать можно Бога. Вот это да, это есть как бы каноническое, всечеловеческое понятие, кто есть Бог для нас, да, и что означает его предать, то есть это мы уже знаем, да, то есть мы, в принципе, передаем его практически чуть ли не каждый день, а может и каждый день, да, когда нарушаем заповеди, что-то там делаем. Это есть, кстати, хула на Духа Святого? Спрашивается, что такое хула на Духа Святого? Предательство Бога. Ну, хула на Духа Святого – это хула именно непосредственно на Духа Святого, во-первых, да, то есть именно на как одну ипостаси Святой Троицы. А второе, я считаю, что хула на Духа Святого – это еще хула на действие Духа Святого. Вот когда говорят, зачем крестить? Это уже хула, потому что крестит-то не священник. И не важно, что это там в храме происходит или на дому, да, там важно то, что присутствие Духа Святого. Человек крестится Духом Святым, да. Вот эти постоянные нападки на и обзывание там святейшего, да, это ведь тоже хула на Духа Святого. Ведь патриарх, он же не берется ниоткуда, да, он выбирается Духом Святым. Это не просто колхозное собрание собрались и проголосовали, да, нет. Пример, давайте возьмем исторический такой, да, когда Филарет уже собирался быть патриархом, уже куколь пошил, все одежды патриарши, все, вместо блюститель. Он должен был, по идее, стать патриархом. События 90-го года. Да, события 90-го года, да. Он уже собирался, он уже все, он уже был готов, и это ж мы знаем, да, что вместо блюстители и до него, и после него становились патриархами. Вот. Но Духом Святым он был не допущен к этому престолу. Был избран совсем другой, да? И вот когда начинает что-то говорить на патриарха, и на архиерея в том числе, да, то есть и на священника в том числе, это хула на действия Духа Святого, потому что он освящен Духом Святым. Недостойные, их потихонечку, они потом отсеиваются, да, кто... И то, на тот момент, когда они получали эту благодать, да... Они тоже могут ее потерять. Да, они просто ее потом теряют, и зачастую это потом отсеивается, то в запрет их, они уходят, то там что-то еще какие-то там... Есть такие, которые сами бросали и так далее. То есть они потихонечку отсеиваются, но в основном-то, если и стоит у престола священник, если стоит у престола епископ, если стоит во главе церкви у престола патриарх, то это действие благодаря действиям Духа Святого. И значит, в это время, в этом храме, на этом приходе именно такой священник нужен. Зачем, мы не знаем, это Божий промысел. Там уже Господь сам знает, почему этот человек стоит у престола. Хотя, может, там все видят, где там он пьет, там что-то еще, да, с ним происходит. Но осуждать этого ни в коем случае нельзя. Тогда вот это и есть хула на Духа Святого. Но это в моем понимании лично. Я не знаю, возможно, сейчас мне скажут, о, он же защищает своих. Нет, я это понимаю так. Потому что первое, это хула на Духа Святого непосредственно, как ипостась Троицы. А второе, вот на действие Духа Святого. А можно ли причащаться человеку, который курит сигареты?
Можно. А тому, который пьет, можно причащаться? Ну, вопрос пока только про это. Да. Причем, ну, то есть, именно подчеркнул сигареты. Да, именно сигареты. А если вайп, этот самый, эти современные электронные сигареты? Или вот эти, я даже не знаю, как они называются. Ну, вайп, по-моему, вайп, да. Ну, вот вообще, да, сейчас что только не курят, прости да. Господи. Да. Ну, вот. Наркотики, если курят, то травку, это нормально, то сигареты, если курят, это... Нет, ну, в общем, вопрос вообще глобально. Вот курящий человек. Курящий человек, то есть для меня курение... Так же, как и алкоголь, как и наркомания. Это зависимость. Если человек от этого сильно зависим, если он поднимается утром и бьет жену за то, что она вчера вечером забыла купить ему сигареты, то это... Лечиться надо. Да, то это лечиться надо. Но это и есть грех. Но они, в этом случае этот человек вообще больной, да? Ну, извините меня, это традиция Русской Православной Церкви. Вот так вот очень негативно относиться к курению. Угу. Ведь если взять у греков, там священники курят свободно, никто на них не обращает внимания. Если взять в Русской Православной Церкви, до революции священники получали как... Норму табака. Да, норму табака получали, как свое жалование получали, и получали табак. Правда, это был, я так думаю, нюхательный, наверное, вряд ли они курили. Знаю. Наверное, это был нюхательный табак. Я тоже в это сильно не вникал, но знаю, что это было. Вот, то есть, понимаете... К причастию допускать можно всех, кто покаялся, кто прошел таинство покаяния. Почему у нас, допустим, в отличие от той же самой греческой церкви, да, где там разъединено таинство покаяния и таинство причастия, у нас в традиции надо сначала исповедаться и после этого причаститься. То есть, если мы считаем это грехом, в большинстве своем, конечно, ну, нигде так особо не написано в Священном Писании о курении, да? Как бы вообще, если брать. Почему? Написано, как воскуривали благоухание. Ну, то благоухание, это немножко другое, да. Да. Но это не в негативном плане было написано. Вот, посему я считаю все-таки, ну, я вообще не то, что считаю, это я 100% уверен, что человека, конечно, допускать к причастию можно, этот вопрос просто мы углубились в него, можно было просто ответить, да, можно. Вот, и все. А если вы какой-то правило, допустим, вот ты должен причаститься в воскресенье. Утром, получается, воздержаться от курения, так? И целый день? Да, да. Ну, как вот правильно? Ну, утром воздержаться. Последовательность как бы действий. Утром воздержаться, ну, не утром, с 12 часов ночи, когда начинается... То есть пост такой должен быть. Да, да, такой пост. Не курить до самого причастия. Ну, потом, конечно, если запил после причастия, да, то есть теплотой запил, то можешь курить дальше, куда тебе удение. Если можешь, воздержись в этот день. Если же, потому что очень многие, зависимость это очень такая серьезная, с ней очень трудно бороться. Как говорил один человек, который бросал курить очень часто, говорит, так курить, бросить, это очень легко, я уже бросал 150 раз. Вот. Ну, да. Да, то есть, как бы, вы понимаете, это зависимость, но она не настолько, не намного опаснее. У меня однажды, вот опять же, чуть-чуть добавлю к этому, была история, один мой прихожанин, даже родственник, сказал, говорит, ну, что-то он начал о курении говорить, а он немножко так любит выпивать. Я говорю, ну, вот скажи мне, а что страшнее, какой грех больше, пьянка или курение? Курение, конечно. Ну, я ему тут рассказал вот ту притчу, когда там одному монаху поставили, знаете эту историю, да? Нет. Когда бес ему сказал, что, ну, ты очень, конечно, этот самый упорный в своей вере, и я от тебя отстану в том случае, если ты совершишь один из трех грехов. Или напьешься, или согрешишь с женщиной, или кого-то убьешь. Ну, он так подумал, ну что, ну, сам, ну, конечно, убить нет, согрешить, ну, я же монах, я напьюсь. Напился и сделал все остальное. Да, напился и сделал все остальное. Вот я, когда ему это сказал, то он мне посмотрел, ну да, это правильно. Ну, вот, говорю, все, а курение что? Ну, человек убивает себя, свое здоровье, да, но, опять же, как под самоубийство, это не подтянешь, потому что самоубийство в церкви считается, это если человек сознательно сделал это, зная, что за этим последует смерть. Угу. Совершил какое-то действие, зная, что оно повлечет за смерть. Вот все. А так, ну, это просто беспечность, скажем так, скорее всего, к своему здоровью. Ну, тоже грех. Да, тоже грех. Хотя,
Ну, у нас нет особых таких распоряжений о том, чтобы мы так сильно блюли свое здоровье, понимаете? Мы говорим, здоровье – дар Божий, да. Мы его растрачиваем. Мы говорим, да. Я имею в виду, что вот если брать таких церковных постановлений, поэтому, так сказать, особых-то и нет, чтобы там, вы берегите свое обязательно здоровье, вот следите за тем, чтобы не полнели, чтобы легкие у вас были чистые, не курили там, чтобы печень, такого нет. Мы говорим, в здоровом теле здоровый дух. Опять же, это мы говорим. Да. Вот, церковь об этом практически не говорит. Ну, лишним не бывает. Да, лишним не бывает, конечно. Мы боремся. Хотел спросить, муж боится исповедоваться, как помочь? Боится. Ну, очевидно, не созрел. Ну, как бояться исповедоваться? А чего бояться исповедоваться? Может, он просто отмазывается от нее так? Ну, здесь бы надо было, конечно, бы знать бы с мужем поговорить, почему он боится. Может, он боится, что... Может, супруга очень в хороших отношениях с батюшкой, боится, что батюшка расскажет какие-то его грехи. Как вариант. Как вариант, да, возможно. Хотя это не должно быть невозможно. Нет, это невозможно, само собой. Я допускаю, все же мы священники, такие же живые люди. Когда-то я думал, когда мне предложили стать священником, говорю, да не, вы что? В моем понимании это было как-то с неба на ниточке, их спускают, священников, вот, и они тут служат, да? Вот, потом, возможно, потому что, такие случаи были, когда священник, в этом отношении был. Если об этом узнает архиерей, то он его запретит сразу же, потому что... Да, это... если священник расскажет о исповеди, он подлежит извержению. Извержению из сана сразу же. Вот. В принципе, скажем, не то, что подавляющим, а это мизерный процент, может быть, один из на сотни тысяч священников такое сделать. Остальные все прекрасно это понимают, все следуют этому, и тайну исповеди никому не рассказывают. Почему боится исповедаться? Даже не знаю, что здесь бояться. Возможно, знаете, может, не боится. Вот как помочь? Может, как мужчина. Знаете, есть такое превратное понимание о себе, о мужестве, да? Это я, мужик, пойду и буду там перед каким-то... А еще батюшка, может, молодой стоит. Да, еще батюшка молодой, а там же есть о чем рассказать, возможно. Батюшка удивится. Да, что могу посоветовать? Может, поедете в монастырь где-нибудь, пусть побеседуют с каким-то старцем. Кстати, батюшка, так может, не исповедь, а на беседу его отправить? Да, для начала, да, как начало этой беседы. Я сначала подумал со священником, думаю, вдруг священник это действительно молодой, авторитетом еще у этого мужика не обладает. Вот съездить в монастырь, пообщаться с каким-то старцем, вот именно беседа, да, для начала беседа. Возможно, там в монастыре он и исповедается, может, там он его и это приведет. Или куда-нибудь на исповедь, где подальше от родного дома, чтобы сказать, хорошо, поедь там, допустим. Иди туда, где тебя никто не узнает. Никто не узнает, да. Вот там поисповедуйся. Не надо, чтобы там мы все видели, что ты исповедовался. Ты поедь туда-то, куда хочешь, выбери сам. А можно прийти к батюшке, говорить, батюшка, я к вам пришел, потому что вы меня не знаете, я вас тоже не знаю. Я пришел за 100 километров, чтобы вам поисповедоваться, мне страшно там исповедоваться. Вот так. Батюшка, мне кажется, поймет. Нет, я никогда, я даже не спрашиваю, откуда пришел человек, и что пришел, говорит, я хочу исповедаться, да, становись, если это не во время службы, полностью чин таинства прощения, все, если во время службы, там, то... Коротенечко. Да, коротенечко, да. Если ко мне попадает человек первый раз, то я пытаюсь его все-таки, так сказать, разгрузить по полной. Я тогда начинаю задавать наводящие вопросы. Хотя одни говорят, это неправильно, но я не то, что там... Я просто подсказываю. А вот это было, потому что, я знаю очень распространенные грехи, которые практически грешные каждый. Да, если человек их не назвал, то тут я пытаюсь уточнить. А не было такого? О, да, было, было. В большинстве случаев, было такое, было. Они тогда даже не понимают, о чем речь, начинаешь как-то объяснять. Разные бывают. А бывает, конечно, отчет перед батюшкой о проделанной работе. Вот то-то я сделал плохого, и все. Многие говорят, что мы не умеем исповедоваться. Да, так многие не умеют исповедоваться. Священники говорят, констатируют факт, что мы приходим, и это сплетни. Да, 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 да. То есть это действительно не умеют исповедоваться, это реально, это многие действительно не приходят. И начинается с того, что рассказывают кучу ненужного вообще. То есть вообще слушаешь, зачем это? От того, что я каждое утро молюсь, каждое утро читаю акафисты. И это что, грех, я спрашиваю?
Нет, ну я просто рассказываю. Говорю, давайте, надо человек. Давайте о ваших грехах давайте теперь. Ну, начинается, ну, я там очень нетерпима к тому, что вот соседка моя там то-то, потому что... Говорю, подождите, стоп, об этом давайте. Вот сказали грех, все, дальше не распространяемся, потому что чем больше мы пытаемся нарастить детали вокруг этого греха, тем это получается уже оправдание. Вы пытаетесь оправдать себя. Почему? Почему я согрешила? Потому что вот плохая соседка, или там мне на трамвае на ногу наступили, или что-то еще. Это не нужно. Вы согрешили, вы сделали то-то, то-то. То есть это должно быть, исповедь должна быть не то, что, во-первых, не бросать этими подробностями, то есть краткое, называть грехи, но одновременно это не должен быть вот действительно отчет о проделанной работе. Это должно быть все с сокрушением. Каждый человек, потому что бывает, приходит на исповедь, вообще не, я вижу, что не подготовлены. Просто пришли, да и все, на исповедь. Вот батюшка исповедует там, знаете, успела на рынок садить, еще, о, я еще успел исповедаться, причаститься, да? Ну, раз, не раз. Самый худший вариант. Не самый худший, да, и тут становится все. Я говорю, ну вы же не готовы вообще. То есть человек, когда готовится к исповеди, хотя бы за день до этого, хотя бы с 12 часов ночи, да, подумать о том, о чем я буду там рассказывать. Вот. Что я, если кто, те, кто часто причащается, что я за это время согрешил? Часто начинает исповедоваться, приходит бабушка, там, 80 лет, и говорит, я сделала аборт. Говорю, когда? Вчера? Нет, в молодости. Говорю, вы раньше исповедовали? Да, 150 раз уже исповедовал. На самом деле, может, мучить совесть? Нет, это просто уже не знаешь, что называть, а надо что-то называть, да, то есть, ну, что уже бабушка 8 лет, какие у нее там грехи, да, ну, кроме того, что, пришла в брюках в храм, без платка зашла и так далее, но это тоже, конечно, но это они не считают грехом, это они считают, они блюдут чистоту веры, да, вот, а вот начинают вспоминать, я всегда, когда начинает, когда мне подходит человек на исповедь, я говорю, когда спрашиваю сразу, когда исповедовались последний раз, говорят, там, ну, то когда, да? Я говорю, ну, а теперь называйте грехи, назовите мне грехи, которые вы совершили за этот вот период. То, что вы раньше уже совершали и не повторяли больше. То есть это ваша победа. Да, это ваша... То есть, понимаете, вот здесь не нужно же то, что совесть гложет, не гложет, там. Если человек совершил и больше не повторял, то этого уже, я думаю, достаточно, да, если он еще и это исповедовал, к тому же. Вот. Если же просто нагромождение вот это, оно никому не нужно, ни Богу, ни нам, священникам, у которых очередь стоит, да, и так далее. Вот. А во-вторых, что я же говорю, что должно быть все кратко, четко, без лишних деталей, но одновременно с сокрушением, с осознанием, что это грех, и я его совершил. Батюшка, у нас программа практически закончилась. Буквально на минуту хотел такой вопрос задать вам, что в вашей жизни было очень много перемен. За последний год так не каждый это переживает в наше время. Вот как, вот несмотря на трудности, разные трудности, которые сейчас продолжаются, относиться ко всему с каким-то, может быть, смирением? Потому что по вам скажешь, на вас смотришь, и как бы вроде как... Как будто вы тут на соседней улице служите, а на самом деле не совсем так. Как научиться вот преодолевать вот эти моменты? Вот на вашем личном опыте. На моем личном опыте, ну, первое правило, номер один, и самое, наверное, главное, не оглядываться назад. То, что было сзади, оно, мы должны вспоминать как нашу историю, как свою биографию. То есть, опять же, не стыдиться этого, ну, кроме там таких тяжелых плохих грехов. Да, да, да. Но это все, вот, знаете, когда вот я как историк не могу терпеть, когда начинают какие-то куски истории страны, как, допустим, у нас в Украине, замалчивать или пытаться ее переделать, потому что любая история наша, она есть наша, она моя. Вот личная моя история, да, вот я ее прожил, да, я к ней отношусь как к тому, что я прожил. Но я не оглядываюсь туда-назад и не смотрю, я извлек в свое время урок, да, и вот пошел дальше все. Вот надо воспринимать всю свою жизнь как уроки, уроки от Господа, или же мы сами себе сотворили такую ситуацию, которую получили урок, и двигаться вперед, потому что впереди нас ожидает Царствие Божие. И вот
Вижу цель, не вижу препятствий. Нужно туда стремиться, все. А то, что сзади, оно сзади. Да, были разные ситуации. Была ситуация, от которых можно было впасть и в отчаяние, и разочароваться, все. Но это в том случае, если оглядываться назад, если ты начинаешь зачем-то жалеть. Вот как ситуация с Лотом и его женой, да? Вот он пошел вперед, она оглянулась. Вот не нужно превращаться в соляной столб, или, по крайней мере, совершать поступки, которые смогут нас, так сказать, превратить в этот столб. Нужно Богу доверять. Понимать, что мы живем сегодня, у нас все происходит с нами сегодня, здесь и сейчас, и понимать, что вот это здесь и сейчас завтра может быть не быть, да? Посему каждый день нужно проживать с чувством благодарности Господу, что Он дал мне прожить этот день. Не потому, что, чтобы я, так сказать, больше в паспорте там у меня... на даты на могилке мои были, побольше разрыв между ними был. Да? А для того, чтобы Господь дал мне возможность сегодня еще покаяться, приблизиться к Царствию Божьему каким-то образом. Другое дело, что я могу это проморгать, прошляпить, все. Но опять же, утром встал, все, Господи, спасибо. Двигаемся вперед, двигаемся туда, к Богу, пытаемся расти духовно, пытаемся расти, ну, скажем так, интеллектуально. Это тоже важно, потому что я всегда говорю, когда приходят ко мне дети на Иисусе, я говорю, как учишься? Обязательно спрашиваю, как учишься в школе? Там, хорошо, отлично. А вот хорошо, ты можешь учиться отлично? Могу. А почему не учишься? Лень. Ну, там что-то такое. Говорю, учись хорошо, потому что Богу нужны умные люди. Богу нужны умные верующие. Так что давай, да, вперед, двигайся. Согласен. Православие – это вера думающих людей. Да, абсолютно. А не каких-то там невеж. Да, все правильно. На этом мы закончим наш эфир. Батюшка, спасибо вам, спасибо за то, что сегодня были с нами, приехали к нам. Спасибо телезрителям за внимание, за вопросы. На этом наша программа окончена. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.